85 килограмм. Номер один. Тимофей Зотов. Третий разряд. Юрий Максимов. Номер два. Данила Пересов. Третий разряд. МЖПС. Номер три. Арен Дивандян. Второй разряд. Юрий Максимов. Номер четыре. Илья Иванов. Училище Олимпийского звена. Категория до 94 килограмм. Номер 5. Рамазан Рустамов. Второй юношеский юрист из Москвы. Номер 6. Данила Кузьмин. Второй юношеский юрист из Москвы. Номер 7. Дмитрий Земкин. Первый разряд. Тих Гриф. Категория плюс 94 килограмма. Номер 8. Максим Зарифуллин. Второй юношеский ЦСКА. Номер 9. Григорий Грибачев. Третий разряд МФСО. Номер 10. Александр Швыдун. Третий разряд Молния. Номер 11. Андрей Вишницкий. Второй разряд Училища Олимпийского резерва. Номер 12. Роберт Халиков. Юный Москвы. Третий разряд. Номер 13. Магомед Балаев. Кандидат в мастера спорта Училища Олимпийского резерва. Номер 14. Дмитрий Лакеев. Кандидат в мастера спорта Юрий Москвы. Представляю судейскую тройку. Центральный рефери. Владимир Смусев. Международный чемпион. Боковые судьи. Дмитрий Черногоров. Всероссийская категория. И Николай Масков. Международная категория. Участники судей представлены, на разминку дается часа два не больше. Максим Зарифуллин, первый подход. К следующему весу готовится номер 4, Илья Иванов. Четвертый номер 70. Подъем защиты. Ассистенты, установите 65 килограмм. Номер 8 попросил 65. Поступила перезаявка. Номер 4 начнет рывок веса 70 килограмм. Номер 4 заявил 70 для первого подхода. Номер 8. Максим Зарифуллин. Второй подход. Готовится номер 5, Рустамов. Шестой номер 76. На дубле номер 6 заявил для первого подхода 76.
Номер 4 для второго подхода заявил 76. Номер 4 заявил 76. Номер 8 Максим Зарифуллин, третий подход. А номер 5 Рамазан Рустанов, первый подход. Номер 8 Максим Зарифуллин, третий подход. Номер 8, номер 5 заявил 75 для второго подхода. Пятый номер заявил 75. Подъем неудачный. Номер 9. Григорий Крепачев. Второй подход. Номер 5. Рустамов готовится.
Подъем неудачный. Номер 5. Рамазан Рустамов. Третий подход. Номер 9. Грибачок готовится. Подъем неудачный, закончился результатом 70 килограмм. Номер 9. Григорий Грибачев, третий подход. К следующему весу готовится номер 4 Илья Иванов. Подъем защитным закончился результатом 75. Установите 76, ассистенты. Номер 4. Илья Иванов, второй подход. Номер 6. Данила Кузьмин, первый подход. Номер 4 готовится. Илья Иванов готовится. Хорошо. Твоя фамилия как? Малыч? Малыч? Кузьмин. Данила Кузьмин. Иванова следующий вес. Номер 4 заявил 81 для третьего подхода. Номер 4 заявил для третьего подхода 81. Подъем защитам. Ассистент, установите 80 килограмм. Номер 6 заявил для второго подхода 80.
Ассистенты, установите 81 килограмм. Номер 6, Кузьмин, заявил для третьего подхода, 81. Номер 4, Илья Иванов. Третий подход. Номер 6, Кузьмин, готовится. Номер 6. Данила Кузьмин, третий подход. Следующему весу готовится номер 1, Тимофей Зотов. Номер 2, Пересков, готовится.
Подъем неудачный, закончился с результатом 85. Номер 2, Данила Берестов, третий подход. Номер 13, Кайков готовится. Третий номер заявил 105.
Номер 11 Андрей Вишницкий. Второй подход. К следующему весу готовится номер 7 Зенкин. Номер 11 заявил 110 на время подхода. Номер 11 заявил 110. Установите 103. Номер 7 Дмитрий Зенкин. Первый подход. Номер 13 Балаев готовится к следующему весу. Подъем защита. Номер 7 заявил 108 на втором подходе. Седьмой номер заявил 108. Установите 105 килограмм. Ассистенты, 105. Балаев номер 13 готовится. Номер 13, Магомед Балаев, второй подход. Номер 3, Геводян готовится. Номер 13 заявил для третьего подхода 110 килограмм. Номер 3 Арен Геворгян, третий подход. К следующему весу готовится номер 7 Зенкин. Подъем неудачный, закончил с результатом 100 килограмм. Установите ассистенту 108. Номер 7, Дмитрий Зенкин, второй подход. К следующему весу готовится номер 11, Дешминский. Подъем неудачный, участник участвует еще один подход. Две минуты на табло. В штабе приглашается номер 7, Дмитрий Зенкин, третий подход. Вишневский номер 11 готовится к следующему весу. Подъем защитным закончился результатом 108. Установите 110 килограмм.
Номер 11 Андрей Вишницкий, третий подход. Номер 13 Павлович готовится. Подъем неудачный закончен с результатом 100 килограмм. 110. Номер 13. Магомед Палаев, третий подход. Подъем неудачный закончился результатом 105. Ассистенты, установите 118. Номер 14. Дмитрий Лакеев, первый подход. Установите 123. Номер 14. Дмитрий Лакеев. 2 минуты. Секундная подготовка. Подъем защиты. 126 установили. А рекорд в России в этом упражнении принадлежит Оздоеву. И установил он его 20 января 2013 года. 140 килограмм. Юсуп Оздоев 140 поднял 20 января 2013 года. 2 года тому назад. 14. Дмитрий Лакеев, третий подход. А судьи и участники готовятся, и зрители, к отдыху, к 5-минутному отдыху. Номер 14. Лакеев, третий подход. Подъем защиты закончился результатом 126.